Давай следующее. Хозяйка выиграла. Так, я так понимаю, что... Итак, победителем 10 пробников Little Green Fern Bowl становится... Елена Царевская. Поздравляю вас. Красный. Можно показать, пожалуйста. Так, второй сертификат на три рулона. На три любых рулона или пупин, или первым был. Прекрасно можно будет сделать из этого погоду. Туалетную пупку. Часть стены. Итак, твоя счастливая рука. Ничего себе, у нас есть три рулона. Барабанная дробь. Почему без изыток ходит? Три рулона, любые три рулона из брендов Little Green Fern Bowl достаются Александру Зеленко! Александр? Александр? Не дождался. Мы права хозяйки. Мы передаем это следующему? Или оставляем Александру? Сдаем следующему. Переиграть. Голосование, да? В конце концов, обои должны достаться женщине. Да. Не факт. Так, следующая попытка. Денис Поздняков. Дениса тоже нет. Переиграть. Пока до женщины не дойдет. Я понимаю, это моя вина. Шершена там. Так, Катя, твоя счастливая. Катя, давай женскую. Катя, не посмотри. Катя, сама. Так победила, в любом случае победила Артемида. Это подтасовка какая-то. Интересно, какая-то подтасовка. Интересно, да? Александр! Уже нет, да? Бабок. Переиграть нету. А, нет, он вот есть. Хорошо, вам. Нет, а вы к этой краске у вас уже есть обои. Ну и наконец, последний сертификат. Здесь написано на одну банку, это не правда. На любое количество банок, но максимум объем, в общем объеме 10 литров. Краски не полгрин, но вот вам достаточно, чтобы выпустить. Ничего себе! То есть мы это говорим как главный пресс. Итак. Опять Артемида выиграла. А нет, это подтасовка. Это мужчина сегодня. Это горячая жарища. Да. Итак, мы сейчас его объявим, кто не дождался. Вдруг его нет. Кто торопился. Вдруг его нет. Победителем 10 литров любой краски Fern Bowl становится Дмитрий Клименко. Есть? Сумма чесноку. Иных уж нет, да, а те уже удалили. Мы предупреждали о розыгрыше. Нет. Предупреждали. Да. Вы когда собирались? Да, когда собирались. Нет, это ты выиграла. Точно под тосом. Нет, я же даже руками не пугала.
краски и любимый фанбол становится Инна Томасова. Это вообще здорово, конечно. Справедливо существует. Я бы сейчас сертификат прошел сейчас. Вот. Все это девушка Катя. Да. Пять банок ее. На этом спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам огромное. И скажи, что так исполнительно есть. Это прекрасно. Начинаем с ассоциации. В последнюю минуту пришлю.